душа в конце пути, ко Господу на покаяние. И даже не сказав прости, склонила голову в молчании. Она свой век недолгий весь, забыв о Боге и о храме, то воспаряла до небес, то в мрачной пребывала яме. Все было радости и боль, мечты и тайные желания. Вдруг смерть безжалостной рукой закрыла штору мироздания. Теперь пред Господом стоит растерянна и удивленна. Ни в чем ее не корит, а смотрит даже огорченно. Ну где же, где же ты была с тех пор, как маленькой крестили? Меня к себе ты не звала, и в храм ко мне не заходила, и стали вместе день за днем смотреть всю жизнь души несчастной и складывать грех за грехом на сторону весов двухчашных. И слева стал наполнен вес, там в чаше места уж не стало, а в правой все испортил бес. Хоть добрых дел не так уж мало, откуда слышен сердце стук? У души уже нет тела. Вдруг слышит тонкий ровный звук, как у звонка на перемену. И яблочко из детских лет румяное и наливное парте робкий твой сосед глядит с безмолвною мольбою, и в сердце бурная борьба была мгновенной, но жестокой, и все запело в нем, когда хрустел сосед за обе щеки, и яблочко Господь берет своей пречистою рукою, и в чашу правую кладет душе, казавшейся пустой. И перед
стало полным. Господь, то яблочко одно своею милостью наполнил.